Невозможно терпеть сильную боль от газов. Надо срочно бежать в туалет. Так, испражниться без бумаги. Ладно, ничего, попку подмоем. Ой, ты обосрался, товарищ, товарищ. Ой, неприятный запах. Так, надо срочно умыться. Ой, дружище, ну все, это вот всю стирать одежду, все засрал. Обосрался. Начальник, блядь, он обосрался. Так, жажда. Так, вода в желудке. Отлично. Так, я занимался рассортировкой вещей. Так, я себя все прекрасно чувствую. Со мной все хорошо, шея перебинтована. Я ничем вроде не болен. Вот. Я хотел рассортировать свои вещи. Но я почему-то остановился в прошлый раз. Куда-то я ушел. Вот. Навыки, литература и так далее. Ага. Ладно, я думаю, чем бы заняться таким. В принципе, там на улице дождь идет. Ой, снег идет. Вот. Я чуть-чуть загородился. Я бы здесь построил забор. Но почему-то я не могу строить. Где вкладка строительства? Куда она пропала? Может, это какая-то ошибка? И теперь у меня строительство недоступно? Честно, не знаю. Но, видимо, если она правда сломалась, мне это шняга. Я почему-то не могу строить. Оно даже без инструментов должно быть доступно. То, по идее, у меня не остается вариант, как просто начать собирать вещи и пытаться что-то исследовать и гасить зомбарей. Вот, жрачки у меня тут просто дофигища. Вот, поэтому я, пожалуй, сейчас снаряжусь и поеду рубить ходячих. Вот, снаряжу машинку, поеду, что-нибудь буду доделать. Так, пистолет, что-то томагавки. Ну, моё мачете еще живо. Поэтому я даже не буду ничего делать для того, чтобы... да. Так, карты всякие, море карт. А, у меня ничего не открыто. Поэтому сейчас посмотрим все карты. Луисвилле 4 карты. Так, возможно, кстати, разные части Луисвилле. Надо посмотреть все. Да, я был прав. Луисвилл очень большой, и поэтому тут отдельные фрагменты каждой части города. Вот. Марш Рич, и будем кататься сейчас просто по городам, вырезать зомби, попытаемся убить, наверное, 5000. Есть популярный челлендж убить 5000 зомби. Пытаемся что-нибудь сделать. Так. Ну, в принципе, я карты посмотрел, теперь можно отправляться. Так, пачку сигарет возьмем в дорожку, даже две, наверное. Вот. Коробочку спичек. Так, отлично. Ага, зажигалки. Зажигалки вот тоже надо взять, на самом деле. Вот. Ну и что тут? Я... Похоже, строительство у меня правда сломалось. Вот. Я вообще хотел же заделать дом. Так, дом по оружию есть. Rifle Sling. Ну, у меня уже он одет. Так, это какие-то... Это патроны? Это разный тип патронов? Я могу зарядить их в спас? Так. Передернуть, зарядить патрон с картечью. А что это за патрон? Наверное, это для какого-то другого оружия.
честно, знать бы для чего они. Все-таки shell. Shells. Что-то это не просто. Это же, наверное, не патроны. Так, за ленту надо с собой хапануть. Вот я возьму отвертку. А построить я сейчас что-нибудь смогу? А, вот, больше построек. А, нет, все-таки надо было инструменты в руки взять просто. Нет, тогда слушайте. Тогда мое, наверное, сейчас приключение с попыткой убить кого-нибудь. Колодец с водой. Ой, да не-не. Ну, тогда нет. Тогда отмена. Отмена. Ложная тревога. Так, болит немного, с собой таскать буду. Так. Да, лента и игла. Тогда можно попробовать... Так, дрободен я уберу. Доски. Доски. Гвозди. Так, надо куда-то перенести все вот это вот строительное. Поближе. Сюда. Чтобы я знал. Все сюда сейчас строительное понесу. Все гвозди, болты. Там вот коробка гвоздей, коробка болтов. Так. Мешок морских водорослей, лампочка. Пак угловстиков. Ой, коробка гвоздей, проволока, бечевка, вот так, винтовка снайперская, мешок гравия. Так, опять книжки. Книжки надо забрать. Книжечки. Маленький лист металла. О, маленький его пока не нужен. Так. Жидкость для зажигал. Еда. Ну ладно. Больше построек. Это стены разные. Двери. Так, надо распаковать коробки. Так. Отлично. Отлично. Выживание, колодец с водой, мини-холодильник. Так, цветы. Каменная. Ага, каменная облицовка, украшения. Почтовый ящик, пожарный гидрант. Ничего себе, я могу построить. Стрелочки. Постер, лист бумаги. Прикольно, прикольно. Так, контейнеры пошли. Так, ну там строительство 7 уровень нужно, а у меня такого нет. Строительство 2 уровня надо. Пол. В принципе, пол-то меня устраивает. Мне не надо украшения. Проезжая часть. А, вот, построить. Деревянный пол. Бревно. Нужны бревна. Чтобы построить 4 бревна надо. Так. Ладно, я понял. Сейчас возьму топор. Так, это пока сюда сложим. Книжки. Вот сюда. Так, бечевка. Так, где-то у меня был здесь топор.
Угу. Тактический томагав. Ладно, возьмем его, гер бы с ним. Так, есть бензопила, но она, не знаю, она будет работать. Нет. Так, взять одну руку. Так, где-то деревья. Ближе. Ближе. Так. Убить дерево. Так, ну нарубим сейчас сразу много. Пускай будет, понадобится в любом случае. Доски потом их убить. Вот. Поэтому пускай все будет. Не помешает. А, все. Так, все, сломался топор. В баню его. Баню, бревно сюда. А все, что все одно бревно влезло тут. Здесь труп чей-то лежит. Ну, в руки. Пошли. Так, пойти сюда. Сейчас вот сюда вот там. А, блять. Думаю ускорить, но не получается. Ну ладно. Я бы с ним. Надо бечевку теперь взять. Там нужно 4 бревна. Я не ошибаюсь, чтобы построить одну стену. Так, я там не умер еще. Так, здоровье, все нормально. Опять какая-то сирена завыла. Ой, я уснул. Так, дружище, выдохся. Не совсем, конечно, но уже чувствуется. Сейчас построим еще одну стену. И отправим его спать. Бечевочка. Ага, бечевка вот. Построить стену. Найс, берем тряпка. А, даже так. Но у меня не хватает. А теперь будет вот стоить. Не хватает. Ну ладно. Пойдем покормим его. Так, попьем водички из кулера. Ну ладно, из кулера не будем пока пить, пока есть из-под крана, да, из-под крана. Кулер пускай остается. Банка овсянки. Колбаса.
Так, кормим, кормим. Так, чем свеженьким? Ой, блядь, дурачок, заболел, походу. Ёбаный в рот, надо срочно лечиться. Простуда. Блядь, чем мне тогда Саня показывал медикаменты какие-то надо? Блядь, ёбаный в рот. Иголки. Так, где медикаменты? Медицина. Ненавижу. Ой, вот это надо, блядь, срочно. Блядь, дуразин, проснись. Ой, вертолет. Я сейчас сюда придет. Блять, быстрее ссы в унитаз. Спасибо, сюда, дядя вертолет, блять, прилетел просто. Привел ко мне друзей. Где это чудо-юдо? Мне окно сломало. Где-то он здесь. Сейчас толпа должна быть тут. Рядом. Так, эти трупешники, по-моему, были. Ладно, никого. Так, порвем вот с них одежду всю, как бы тут. Теперь они мне послужат отличным источником одежды. Так. Ой, дура, дура, не надо. Не надо, умри. Умри. Тебе тут не рады. Так, порвать одежду, все. Все. Так, тряпок я наделал. Так, теперь я могу, по идее, построить вот стену. Построить двери и ворота, дверная рама, двойная деревянная дверь. Строительство, а ну там шестой уровень нужен строительство, я понял. Деревянный крест, постер, я понял. Так, сейчас построим еще бревно. Ой, бревно построим. Ну да. Построим еще одну стенку. Вот здесь. Все. Здесь оставим пока проход. И начнем вот сюда строить. Так, там у нас товарищ на территории. Так, вытаскаем бревна. Господи, что это? Ой, дружище, ты кто? Ты зачем сюда прилез? Пришел. Пришел, зачем сюда? Так.
Так, еще один навык. Строительство, отлично. Отличненько. Так, надо еще порвать одежду здесь. Пешка. Ой, надо товарища скоро будет вести домой. Туалет. Туалет надо вести. Так. Ну, здесь мы уже почти закончили. Здесь стену я дострою. И закрою ее полностью. Вот так. Так, ну я думаю, можно будет потом просто довключить один мод, который я хотел. Надеюсь, он будет работать. Там просто будет можно сделать нормальную крышу. Декоративную. Не чтобы это коробкой было, а уже покрасивше. Вот. Я думаю, он будет работать, если его довключить. Ничего он не поломает. Вот. Так. Ага. Так. Ой. Ой-ой-ой. Ладно, надо прокачать чуть медленность. Будет так. В целом, если сюда придет орда, мне патронов хватит их отстрелять. У меня очень много их. Более еще есть рукопашка. Так, дружище, как ты туда пролез? Ты уже как через стену просочился. Так. Ну, осталось вот здесь дыру заделать. Вот. Ну, я, наверное, срубить не смогу вот этим, да? Так. Вот, мне здесь окно сломали. Еще окно хотят сломать. Так. Ага. Друзьяшки, давайте. Здрободелы просто. Пау, пау. Вот эта машинка, я не помню, по-моему. А, вот от нее ключ есть. Thank you.
Yeah.